с победой и ваш комментарий по сегодняшней игре. Спасибо за поздравления. Качество игры, конечно, сегодня оставило желать лучшего. Ну, наверное, все-таки сказалось волнение, учитывая турнирную ситуацию. Плюс играли с прямым конкурентом. В первом тайме что-то получалось моментами, во втором тайме отдали инициативу полностью. То есть были провалы в середине, мы не цеплялись впереди. Но удалось все-таки взять 3 очка, и, наверное, сейчас это главное. Ну, мы были готовы, в принципе, я просмотрел 2 игры. То есть к этой игре были готовы, знали, что команда хорошо бежит вперед, хорошо работает с мячом. Поэтому настраивали ребят на это. Где-то получалось, где-то нет. Но чего-то сверхъестественного они не показали, и мы готовы были к этому. Да, могло показаться и может показаться, что команда нашла свою игру. Уже нет череды поражений, команда выигрывает, есть беспроигрышная серия. С чем это связано, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что все-таки ребята тоже видят, что когда можно показать игру, сражаться, можно играть со всеми. И победы придают уверенности в своих силах. Поэтому наша задача только не останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше. Уже в среду игра с Батэ, еще с одним конкурентом, которая будет на порядок, наверное, сложнее. Спасибо. Хорошая была игра. Во втором тайме провалился центр чуть-чуть. И надо было подбор. Не забили много своих моментов. Опять нелепый гол какой-то пропустили. Но так вроде все хорошо. Минск один из лидеров чемпионата. Удивил ли сегодня чем-то соперника? Нет, все одинаковые. Мы можем спокойно с такими командами играть. Главное тренировки, слушать тренера. Все. У команды довольно-таки продолжительная беспроигрышная серия. Насколько хорошо это сказывается в раздевалке и как это будет сказываться на дальнейшие матчи с лидером чемпионата? Ну, команда сплочилась. У нас большая обойма. Все могут выйти, всех заменить, все сильные, все выходят, дают играть, надо доказывать. Все. Спасибо.